Всем хай, вы на канале NoCube, и добро пожаловать в мое новое видео по модам на Майнкрафт. И сегодня я бы хотел с вами поделиться одной просто офигенной новостью. Мод под названием Twilight Forest доступен на версию Майнкрафта 1.16.2. Да, наконец-то это свершилось. Но, естественно, не все так гладко, и существует огромная куча нюансов, связанных с этим модом, обновленным на версию 1.16.2. И в сегодняшнем видео мы с вами как раз на эту тему и поговорим. А также я вам покажу, как добывать вообще вот эту обновленную версию мода, потому что в открытом доступе ее еще нет. Перед началом этого видео не забудьте подписаться, а также поставить лайк, если вы еще этого не сделали, а также писать свое мнение в комментариях, и можете вступать в группу ВК по ссылочке в описании. Ваша поддержка для меня очень важна, и я очень стараюсь, когда делаю свои видосики для вас, поэтому я надеюсь, что вам не будет сложно сделать это для меня. Ну а мы с вами не будем больше терять ни секунды и переходим к нашему видео. Погнали! И первое, что я вам хочу сказать, это то, что версия, которую я вам сейчас буду показывать, находится на стадии разработки, она еще достаточно-таки сырая и недоделанная. Тем не менее, это уже полноценный мод Twilight Forest, то есть вот у нас есть вкладочка в креативе. Некоторые вещи тут забагованы, например, головы боссов, но все остальные предметы у нас имеют весь свой функционал. Также и мобы, то есть, к примеру, вот давайте возьмем рой москитов, да, и вот рой москитов действительно летает, и все это на версии 1.16.2. Или вот, к примеру, гидра прямо сейчас собирается атаковать брутальных пиглинов, которые на нее нападают. Ну, разве это не прекрасно, ребята? Разве это не прекрасно? Вот этого я очень сильно долго ждал, я думаю, что многие из вас тоже. Но, как я и говорил ранее, мод еще находится на стадии разработки, то есть сейчас мы фактически можем попасть в этот мир, погулять, подобывать ресурсы, поубивать мобов и боссов. То есть все это в принципе есть, но все еще слегка недоделан. То есть вы видите, например, генерация мира здесь какая-то слегка странная. Здесь идут вот такие вот слишком ровные поля. Хотя, возможно, это новая генерация. Также здесь вот такие небольшие группы кобольдов появляются. Возможно, это баг. Я думаю, что они так не должны появляться. Тем не менее, они вот так спавнятся. Но, так или иначе, это реально мод Twilight Forest, и он реально обновленный. И что самое крутое, обновляется он очень часто. То есть, к примеру, вот эта версия, которую я сейчас вам показываю, была обновлена буквально 9 часов назад, до того, как я снимал этот ролик. А это значит, что разрабы прям вовсю пашут и просто стараются сделать эту версию. Ну а теперь вернемся к вопросу, как же получить эту версию, потому что скачать ее прям вот так стандартным способом у вас не получится, она нигде не загружена ни на каких сайтах. Сейчас я вам все объясню. Для того, чтобы получить ту новую версию, которую я вам показал, а также другие новые версии, нам с вами нужно открыть официальную страничку Twilight Forest на сайте courseforest.com. Я оставлю ссылочку в описании. Мы должны будем с вами пролистать немножко ниже, и здесь будет ссылочка на их Discord. Join the Discord. Нажимаем туда. Оказавшись на их Discord сервере, мы с вами должны будем пролистать немножко ниже. И здесь у нас будет раздел Downloads и Changelogs. Мы должны будем зайти в канал Download the Mod Here. И здесь у нас будет вот такой вот небольшой пост, где у нас идет ссылочка на последние как раз таки версии нашего мода, которые еще находятся в разработке. То есть они по факту уже запускаются в игре. Они даже, я бы сказал, играбельные. Тем не менее, в них все равно либо еще много багов, либо они еще сырые. То есть там есть какие-то еще недоделанные вещи. Мы с вами нажимаем на эту ссылочку. Оказавшись на этом сайте, мы с вами должны будем зайти в раздел под названием Pipelines, и у нас здесь будут самые различные версии этого мода. И вот вы видите, вот здесь идет раздел Main Build, то есть главный билд. Нам нужно будет нажимать вот сюда, вот на эту вот центральную текстовую часть. Мы сюда жмем, и у нас с вами открывается вот это окошко. И здесь, вот в этом месте, где я выделил, будут написаны все опубликованные версии. Сейчас здесь опубликована только одна версия на Minecraft 1.16. Мы можем сюда зайти и просто-напросто вот здесь нажать Download Artifacts. И в таком случае у нас с вами будет скачиваться файл, который как раз-таки является этой самой версией. То есть там внутри вот этого архива релиз будет находиться папочка под названием релиз, внутри которой будет лежать .jar файлик. Это и есть как раз-таки сам Twilight Forest. Вы видите, какая у меня сейчас версия. И они, эти версии, как раз-таки могут обновляться. И в более новых версиях, которые сюда будут публиковать разработчики, я думаю, что вы найдете намного больше крутого контента, чем у меня, и сможете как следует кайфануть от мода, обновленного на новую версию. Ну вот, по факту, я вам и показал сейчас то, как у нас в моде Twilight Forest сейчас работает скачивание закрытых для общего доступа версий, которые находятся в разработке. Я надеюсь, что это видео оказалось вам полезным, а также очень сильно помог. А также фанаты Twilight Forest наконец-то смогут кайфануть и зайти в любимый сумеречный лес уже на новых версиях Майнкрафта. Поэтому алдам, которые шарят, я желаю приятного игры, а новичкам, которые еще не знают, как все устроено в этом моде, я хочу сказать, что в ближайшее время я, скорее всего, начну снимать полный цикл обзоров по моду Twilight Forest, в котором как раз-таки вы узнаете, как проходить этот мод, и что и как здесь устроено, и куда что у нас применяется. А на этом мое видео сейчас подходит к концу. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВК. Всем удачи и всем пока!